Всем привет! С вами канал Лев Лайф. Пошли мы к Левиной прабабушке и прадедушке. Папа еще тут мимо шел, зашел. Левка едет на велосипеде. Вот сегодня солнышко также, тепло. Хорошо. Тает снег с крыши. Ну, кто-то там ходил. Следы чьи-то по болоту. Лёва, что как? Нравится? Кататься на велосипеде. Аккумулятор с собой запасной не взял. Поэтому не знаю, сколько хватит батареи. Пока что 30% аккумулятор. Остаток? А? Остаток? Да. 30 осталось. Все, Алена там еще, нет? Была там. Была там. Вот, так что Кристина сегодня на работе. Мы с Левой очень сейчас снег чистили. И видео на канал Дениса снимали. Вот так Лев едет на велосипеде. Санки в машине просто остались. Что там у нас? Да, Кристина на работу ехала на машине. Пусто. Вывозят, видимо. А сейчас, наверное, и на санках как-то неудобно, наверное, уже ездить. Тут... Ну, там колесики. Ну, колесики есть, но все равно это неудобно. Да мне как-то удобно. Где уйдет? Вообще, наверное, хорошо. Ну, скоро уже тут грязь будет повсюду. Этому будет точно неудобно. Бывает, марки уже все тает. А надеюсь, что скоро все уже растает. Копать ехать. Все, в общем, как придем, покажем. Все, мы с Левочем пришли. Левоч уже играет. Ой. Ё-моё. Ой, как хорошо пинает. А я болею еще. Оле, 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 оле. Лёва чемпион. Оле, 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 оле. Лёва чемпион. Что он? Защитники! Ой, фанат! Фанат ударил, победил, фанат ударил. Ой, из тебя хороший футболист получится. Все, вот где ворота. Ворота. Попали в ворота. Что, покажите алмазную картину? Да ему уже ее засунули в коробку. Надо показать. Какая в итоге-то получилась? Я нет, не снимал. Та баба-то рассказывала, как она делала. Я бежала к ней и все, к этой картине. А ничего тебе не показала. Как сейчас, ее ну, сейчас покажем. Сейчас как она, какая она получилась. Сейчас. Угу. Сейчас посмотрим. Всего 25 тысяч, 75 сразин, или как они? Стразин. Сразины. Ага. Я уложил. Лёва, тихо. Вот. Получилось какая-то. О! Ничего себе. А ее сильно близко не снимает, чем дальше. А чем, ну да. Но. Она всегда сливает, как надо, но. О! Такая картина.
Лёва, тебе, 12, Лёва, 12 тебе нравится картина? А? Скажите что-нибудь. Да. Да. Нравится, скажи, нравится. Хорошая картина, красавица. Вот это должна была такая получиться. Ну, она такая получилась. Даже, наверное, красивее получилась. Ну, наверное. Еще будете делать такие картины? Будем, если купим. Эти рамки, рамки купим с рисунками, тогда будем делать. Появится сразу. Как, и они подешевле продаются в светофоре. А в другом продавались, а в другом магазине. Они, а Валберис, Озон? 900 рублей я смотрела сегодня. На Озоне? На Валберис. На Озоне не смотрела? Засосала, ничего себе морковку, как я засосала. Тут еще и размер большой, 40 на 50. Ну да, большая картина. Есть же вообще маленькие, да. Ну там и 20 на 20, 20 на 30. И цена такая же, как за 40-50. А кого лист, даже не тетрадный, так. Ничего себе. Засосала морковку? Да, да. А трубочек сколько сделали? Уже? Трубочек я сделала уже 4000 трубочек. 4000. Больших? Да, больших и около 1000 маленьких. Вот, а получается. Что, размер разные? Разные размеры. Есть размеры на две спицы, а есть размеры на одну спицу. Одна спица это 20 сантиметров, а на две спицы это 40 сантиметров. А уже делали из этих трубочек какие-то подделки? Делает, но это делает Алена, я не делаю. Она сейчас покажет. Какие получаются у нее снятые поделки какие. Она здесь не делает, у себя делает. Поэтому. У себя дома? У себя дома, да. А здесь у меня не делает. Она сейчас покажет, какие у нее поделки. Не, у меня где-то есть, наверное, одна фотография. Лёвыч, ты играешь? Ну, это мы только вот... учимся. Лёва, скажи да. Да. Это вот дно из тонких. Это крестиком связанное, это вот, который бабушка сейчас плетет, короткие. А стенки это вот из длинных сплетено. Вот это конфетка. Это 2 миллиметра толщина спицы, а здесь вот 3 миллиметра спицы, толщина спицы. Вот, сейчас еще не знаю. Сейчас она еще покажет. Ну, если будет, я не знаю. Может, я удаляла, наверное. А потом они красятся или как? Она потом лаком. Красит и лаком покрывает. И это укладывает рисунок на крышках. Красиво получается. Ой-ой, Лёвочка, молодец. Лёва запутался вообще. Стул мешается ему. Дига-дига-дига. Дига. Книга. Пылесосишь? А, вот это вот квадратные. Ну, тоже на фотографии квадратные корзины. Да кто же ты делал? Для хранения. Ну, да. Тут сверху там приклеена эта лента специальная, декоративная, по краю. Обрамленная. Ну, вот. Это тоже вот, ну, это из вот этих широких трубочек. А потом их куда? Ну, она вот хранит лук. Да, вот в эти коробки. А кошка где? А. Люська. Она же, знаете, да. Она же прячется. Она прячется. Где там? Это ее вы, наверное, не найдете ее, не найдете. Где Лёва кошка? Покажи, где кошка. А дед тут делает вот такие вот пирамиды. Что за пирамиды? Как называются? Не знаю. Это тетрайдеры или как? Ну, вон книжка есть. По книжке делать. Математический... это сейчас словарь. Там есть как раз. Словарь? Вот это в словаре, что ли? Да. Газета толстенная какой. Как раз, многогранник. Лёва телевизор включил. Книга вообще толстенная. Фиг найдешь. Ну, там закладка специальная. О, я этот фильм смотрел. Вот недавно.
Это Калашников называется фильм. Он это, как сделал автомат Калашникова, про него именно фильм. Не смотрел? Ты выключил, Лёва, что ли? Нет. Тебе не нравится, что ли, фильм? Лёва, это не трогай пульт. Подожди, если ты положишь, Лёва, то сейчас это, приставку сломаешь. Нет. Не сломаешь? Нет. Смотри. Положь на место. Ну, видишь? Вот он. А, вот такие вот фигуры делает. Вот они все. Не все, наверное, там еще куча их лежит. Здесь не... Тут только одна часть. И пятерки помочал. Где-то тут еще вон куча всяких лежит. Пирамидок. Ну там Калашников фильм хороший, это интересный, посмотри. Так вроде он начался только. Вроде бы. А может уже конец. Я вот хотел, чтобы он научился мечом владеть. А там это грязный. Лёва, там грязный, ну. Там грязный. Пылесос. Пылесос, пыль там, пыль. Собрана, она хоть вычищена, но она все равно не вымыта. Эти... Порядки опять наводит. Молодец. Все, дед расставил фигурки, чтобы их лучше было видно. Вот такие вот кругляши. Шары. Вот такие вот делает он. Забыл, как назвали. Пентаграмма. Пентаграмма? Это половина. Как они внутри выглядят. А это же этот свод, да, это? А? Это свод? Ну, да. Для свода это делаешь? Да, или? Да, да. Чтобы ну, делать помпейскую печку. Полшквера. Помпейскую печку, чтобы делать. Ого, недавно смотрел этот. Интересно. Про Калашникова. Какой ты хочешь посмотреть? Вот этот большой, который? Да я не вижу ничего. Ничего не вижу. Вот такой вот. Две половины. Когда же просто шар диаметром 64. Шар диаметром 64. Калашников, ну. А это соты какие-то. Соты. 96, а ты что, баб, что-то посадила, нет? Ага, посадила. Перцы посеяли и баклажаны. Перцы и баклажаны. И помидоры домашние. Больше ничего еще не сеяли. А не рано еще? Нет. Уже пора, пора. А на той неделе будем садить остальные помидоры и цветы, которые, чтобы 20, пораньше цвели. А так с 1 апреля. 20 видов помидор. Много будет. А где они? Вон, мамочка. Накуплено. Накуплено очень много. На кухне они? Вам? Нет, здесь. А, накуплено очень много. А, в смысле эти вот семена? Да, всего вот куплены. Вот семена накуплены. Здесь сама собирала, которые семена вот здесь есть. А здесь вот накупленные всякие семена цветов. Сейчас, а когда я рисовал эти рисунки? Там подписано? Нет, не подписано. Мне кажется, подписано. На некоторые подписано. Ну, суперсемейка. Рисунки. Ага, ты все рисовал. Вот. С натуры рисовал. Это я в школе рисовал. Пятерка. Николай Евгеньевич там пятерки ставил. Воду не надо разливать. Эти всякие, как рисовали,
Вот это можно. Это не я рисовал. Ты. Это тоже не я рисовал. Да нет, конечно, это мои рисунки. Но. Твои. Вот это ты рисовал. Это тоже не я рисовал, там Алена нарисовала. 5 марта. А? 17:00. Нет, ты. Вот это я рисовал. С Ванькой, я помню. Ты коней очень любил рисовать, коней. Сильно любил. Коней. Две кони вообще хорошо. Получались. Это мы кому-то отправляли или хотели отправить? Мы отправляли на какой-то конкурс, фотографировали. Да, да. Фотографию. Ну, мы здесь все о. Рисовали. Ты рисовал это. Здесь. В мускулах весь. О, все игрушки туда сплавил. Это еще и приклеили. Большая картина. Ну. С красками. Ну. Это тоже, наверное, я рисовал. Ну, ты это все рисовал. Это мы с Ванькой вроде рисовали. Где-то он, где-то я. Здесь вот еще небольшие вы рисовали. Да-да. Еще небольшие. Военные действия, рыбки. Аквариум это ты рисовал. Плавает, да? Плывет. Все, мы с Левочем уже пришли домой. Выгнал я машину. Кто-то готовит шашлык. Пахнет шашлыком. Вот, поехали за Кристиной, потому что уже 40 минут седьмого, сейчас пока доедем, там, в принципе, уже время будет. Сегодня опять, скорее всего, ну, не получилось опять забрать батарейную ручку, так что, скорее всего, заберу я ее только в понедельник. Вон, Левоч сидит, Левоч, помахай. О, махает он. Вот, взяли сегодня еще суши опять, роллы, в этот раз такой прям... Хороший набор. Мегапати вроде называется. 1100 что ли стоит он. Что-то такое. 1099. Вот так вроде. Вот поэтому будем сегодня еще есть суши. Ну покажем какие суши купили. Еще. Ну когда мы приеду на другую камеру уже. На Фуджик. Вот это цены конечно подскочили. На все. Фудж, который у меня, камера Fujifilm X-T4, она стоила 170 тысяч или 160, ну 160 что-то с чем-то. Сейчас она стоит 237, что-то такое. А с другим там объективом Fujifilm так вообще 250 стоит. В общем, цены очень хорошо подскочили. Наверное, скорее всего, в связи с обстановкой такой. Я не буду об этом ничего говорить, так как не являюсь каким-то там сильно политиком. Да и лучше вообще об этом ни о чем не говорить в интернете. Вот я считаю так. Вот, едем. У нас светло. 7 часов хотя, но светло. По крайней мере, вам все видно, где мы едем. Так вот-то. В общем, цены подскочили. Люди все скупают. Берут все подряд. Боятся за деньги. Вот, ну это понятно. Ладно, а мы будем есть суши сегодня. Так что, Лёва, ты суши будешь есть? А? Будет он есть, говорит, да. Вот Лёвыч будет есть суши. Он очень, кстати, любит суши. Кушать. Завтра не знаю, кто пойдет на работу. Может я, может Кристина. Но сегодня вот такой вот день. Я просидел весь день с Левкой. Снял видео на Денисыч. И в принципе вам вот сходили к бабушке с дедушкой. Тоже вам показывал все. Тоже такие дни надо делать. Скоро, потому что сезон у нас начинается. И копа, и печек. Очень много будет работы. Да и в принципе сейчас теплее станет, и надо будет много что делать. Вот сегодня, кстати, сериал начал смотреть, первую серию посмотрел. Джуль Барс. На ТНТ премьер там, я подключена, подписка, смотрю. Первую серию посмотрел. Это собака, с которой работал кинолог. Она обезвредила очень много немецких танков. Я думаю, вы сами можете прочитать про эту собаку. Очень много интересного, что написано.
Очень хорошая собака. Вот. Едем, в общем, к Кристине. Ладно, там как приедем, наверное, домой, покажу вам уже тогда суши. Так что смотрим видео. А зеленый уже прогорел, блин. Вот мы уже приехали домой. Вот такие роллы. Это набор мегапати. Вот это вот Москва, да, вот с икрой. Не знаю, там в них конкретно не разбираюсь. Вон Филадельфия есть, вижу. Это у нас в подарок за... Что это? За регистрацию, наверное, за это? Друга. За друга вот этот подарок. 8 роллов. И вот такой вот наборчик. Сколько он стоит, Кристин? 1050 рублей стоит набор вот такой вот. В суши-маркете. Будем пробовать. Должен быть вкусный, по крайней мере. Выглядит очень вкусно. Хочу уже есть. Будем кушать. Так что приятного аппетита вам, если вы едите. Мы тоже будем есть. Нам тоже приятного аппетита. Вот такой вот у нас сегодня день был, прошел. Так что ставим большие пальцы вверх, подписываемся на канал. Еще будет много интересных видео. Так что подпишись, если тебе это интересно. Ладно, с вами был канал Лев Лайф. Всем удачи и всем пока, еще увидимся.